Всем привет, дорогие друзья, с вами Шильм, играем в Автобаттл. Уже понятно, что это за игрушка. Так, я тут уже начал. Ну так, посмотрел, это по сути ты... Как его? Бежишь, убиваешь, собираешь какую-то такую мини-армию и, конечно, автобаттлишься. Это уже понятно, вот. Так, это что такое? Что за... Максимальная производительность в час. 10 миллионов, это у нас что? Ух ты. У нас 700 тысяч собрать. Ух ты. Бабосики мы собрали. Так. Достижение нового подключения. Приключения. Что у нас там? Квесты. Кстати, так прикольно. Ну, описано вообще непонятно. Так, что у нас дальше? Так, здесь какие-то чаты. Все на английском. Уже понятно, да? Здесь за денежки, донаты. Это все как обычно. Так, здесь у нас что? Я уж не помню, где у нас улучшить... О, открыть X5. Посмотрим, что нам дадут. Вот. College. Вот. 5 штук. Так. Открываем. Здесь тоже X10. Так, больше у нас нету, да? Арена подземелья, сезон сбрасывается. Ну, давайте сначала попробуем арена. Кстати, надо их улучшить. Почему это? Вот видишь, так это у нас опять достижение. Опять квесты. Какие-то. Так, надо их улучшить. Я уж не помню, честно, где. Наверное, первое вот это улучшение. О, призыв еще. Можно 5 штук. Ух ты. Давай, призыв еще соточку. Пофигу. Восстановление. Стоимость восстановления. А что это стоимость восстановления? Пока непонятно. А свободно. Сделка дня. Хорошо. Наш почтовый ящик. Хорошо. Все монетки. Ой, бля. Не то сделал. Больше у нас ничего бесплатного нету. Во. Так. Что это у нас? У нас опять восстановление какое-то. Бай-бай-бай. Так, это у нас выбрать пример для перековки. О! Собрать. Нет. Чё нет? Автозаполнение. Ух ты. 2,5 миллиона здесь будет. Блин, я забыл, как именно... Вот, опять нам дали бабосики. Ладно, давайте попробуем побатлиться. Сейчас еще раз посмотрю. А, вот. Все. Так, давай посмотрим на... На именно... О, 10-го. Полный отряд. Исключить отряда. Нет. Главное, что что-то нет написано. Здесь исключить из отряда. Этого поставить. Нет. Ну, по-моему, нет так написано. Здесь уже сильно. Здесь вот этих обычных исключим из отрядов. И поставим вот этих всех. Нет. Нет. Полный отряд. Теперь повышаем этого чувачка. Так. Тут у нас 36-й. Здесь у нас тоже будет периодически. Первый тоже будем. А эти, ну так. Сколько у кого что получилось. Вот этот чувак, нужно его экипировать. Посмотрим. А, это будет... Ебай.
Во. Где здесь у нас авто? Авто. Во. Сейчас мы здесь тоже авто. Ух ты, хорош прям. Авто. Авто. Авто тоже я. Ага. И авто. О. Смотри, как они прям жесткие стали. Теперь идем батлиться. Батл, арена. Угу. Бой. Да. Тут слишком уж. А, типа вот эти рандомные челы, да? Да. Не, давайте, значит, сходим в подземелье. Первая стадия. Прогулка. Давай. А, можно разместить, попробовать еще одного. Смотрите, здесь сколько будет. Да. Тот же Марф Пресс. Тут даже, в принципе, они... Слушай, а может как-нибудь вторая стадия? Ну, давай вторую стадию посмотрим. Вот смотри, как-то их разместить так, чтобы они вот... Может вот так вот? А можно еще кого-нибудь? А, это полный отряд, все. Все ясно. То есть нельзя, да? А слушай, это что, лучше? А, это ближний бой, здесь дальний бой. Ну давай, давай. Погнали, ребята! Тут вообще 36-й. Они даже не дойдут. Какой-то либо стадии сразу так. Изичный. Так, что у нас еще есть из этих стадий? Давай завоевание. О, путешествие. Давай. То есть подает нам бабки. Так, что это у нас? Автоатаки. Атака. Атака. Бум-бум-бум. Ну да. Мы завоевали. А, типа открыто. Атака, атака. Ой. Да. Атака. То есть, типа... Да ладно, вы что там, ребята? С моим-то... О, 20-й. Тут уже, кстати, это чуть-чуть посопротивлялись. Давай, они на 17-й. Давай посмотрим. О, тоже по 20-ке. Ну, долго не хватает. 18-й еще. Ну, ребятишки, вообще... То есть, чтобы завоевать весь этот... Автоатака. А, теперь, чтобы я не нажимал, он на автоатаку начнет сам. То есть, по факту, можно просто поставить, и он будет здесь бомбить всех. Это не 20-й левел, вообще, не знаю. Здесь он 10-го справляется. На изи. Ну, давайте посмотрим арену все-таки, я как бы думаю. Чтобы захватить арену, нужны тоже определенные навыки. Так, здесь у нас суммонинг. Ладно, суммонинг не будем. Ой, а что здесь еще? Сколько они стоят? Вот стоимость там что-то. Вот, это уже... Тут уже нормальное оружие. Сколько здесь? 1 лям. Давай, я куплю фиг с ним. 5-го левела. Бай. Так, теперь здесь. Нет, это у нас.
Не перековки, а... Доступные чары. Нет никаких доступных чар. Это торговец. Значит, это у нас экипировка. Нет, здесь ничего нету. О, 5 левел. А, ну все, здесь больше ничего не сделаешь. Значит, назад. А это что такое? А, улучшение. Давай мага, что ли, улучшим. То у нас что-то он этот так стрёмненький. И лучник. И, конечно, будем арену. Давай, 10 левел. Давай дальше. 25-й, 30-й. Ну, смотри, здесь уже сопротивление есть. Притом нормально так. Ох ты, там что-то было. Ну, здесь понятно. Ух ты, нет, смотри. О, сопротивление уже. Ну, хорошо, ну-ка посмотрим еще. 13. 14, так, посмотрим. 17. Да, что-то здесь так. Не, смотри-ка мы. Тоже 21 и 20. Нифига себе. О, убил. 24. Ну здесь вообще мне капец, наверное, скорее всего. О, нет. Здесь очень много магов. Наглов. А-а-а. Да, ну во, убили. Интереснее, кстати, смотреть автобатлы эти. Чё? А? Он сейчас супер удар и улетит на. Нет. Что-то непонятно, то 38-1, здесь вообще второй. Здесь вообще изи. 60-е. Ух ты, какие тут интересные персонажи. Убили меня. 10-й левел, а по сути вообще, ну, довольно жесткие персонажи. А. Ладно, ребят, на этом все. Если вам понравилось, ставьте лайк. С вами был Шевелев. До новых встреч. Пока.